Может, я стар. Может, молод и глуп. Но объясните мне, люди, почему в наше время так дамы живут? Почему? Вы мне объясните. Она крутит пятой точкой в инсте, готова стан оголить для привлечения внимания. Для нее это все не чуждо уже, она так вызывает признание. Ей нравится привлекать, ей нужно мужское внимание. Она привыкла из 101 выбирать, одного, того самого. Неделя за днем, по щелчку пальца, увы, добившись единожды цели, тот самый уходит, тот самый, смотри, а ты одна в постели. Потом что? Потом мужчины-козлы, бабники и придурки. Родная, со стороны посмотри, мужчины-мужчины ведь тоже люди. Напомни мне, чем зацепил его. Душою? Нет. А может, готовишь ты вкусно? А может, домашней своей теплотой или материнским чувством? Отнюдь. Чего бы я ни назвал, зацепила ты пятой точкой. Чем заманила, то получай. Мужчина другого хочет. Ему нужна та, с кем по жизни пойдет. Ему нужна та, кто дитя его носит. Ему нужна та, кто домашний очаг согреет, поддержит, поймет. И в минуту беды не бросит. А не та, кто внимание в соцсетях просит.